You think that using her would get to me? And if you're right, then you're in trouble, D. Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble, D. Dire Team Bat. Ну что, друзья, всем еще раз привет. Мы возвращаемся в прямой эфир D20L. Christmas Charity Magic нас с вами ожидает со своим полуфиналом, где играют HellRaisers и ProDotta Gaming. Счет серии 1-0. Первую карту взяли ProDotta, ну и, собственно, карта по номеру 2 стартует прямо сейчас. Ну и мод, выбранный для второй карты, у нас более чем дефолтный. Это старый, добрый Captain's мод. То есть дефолтная, серьезная каточка двух профессиональных команд. Посмотрим, кто в этом сражении окажется посильнее. Итак, HellRaisers в этот раз будут играть за Raiden, ProDotta Gaming за Dire. И наблюдаем пики. Ну, вот так вот, да, то есть ответили своей вариацией Виспа плюс кто-то. HellRaiser взяли Виспа и Тини. Висп был на ФП. Протут ответили пиком Дазла и Vengeful Spirit. Ну, баны на ваших экранах. В принципе, все играбельно. И то, что сейчас показывает ProDotta Gaming, это тоже сейчас в мете. То есть Vengeful Spirit на позицию кора часто берут в последнее время. Ну, при этом также не забываем, что может быть отличным суппортом. Ну и Вестини. Вестини — это всегда проблема. Вестини уже заставляет задуматься Митриму, что брать, как контрить, что делать и так далее, так далее. Далее много вопросов нужно будет решить прямо сейчас. Ну, а пока эти вопросы решаются Митримом, я вам, дорогие друзья, напомню, что канал наш с вами для просмотра этого замечательного турнира до twitch.tv/dota2ruhab2. Заходите, пишите, общайтесь в чатике. Ну и напомню также, что турнир создан в благотворительных целях. За каждый купленный билет все деньги вообще уходят голодающим, в общем-то. Плюс ко всему, за каждый проданный билет организация Dreams Media плюс Faceit накидывают денежку по $2 к этой самой сумме. То есть там сумма будет увеличена в разы. Вот. Ну и призовой фонд турнира, напомню, также $40 000, это уже для игроков. Ну и, собственно говоря, сейчас решается вообще выход в топ-2, как минимум, да, а топ-2, если что, так, на секундочку, это $10 000. Так что ProDotta Gaming может, ну я так понимаю, один из самых больших призов выиграть за свое время существования, как коллектив, да. Сомневаюсь я, что до этого они что-то такое суперденежное выигрывали, я могу тоже посмотреть, где они там участвовали. Ну, HellRaisers-то понятно, там у них есть какие-то уже титулы и прочее, какие-то выигрышные деньги с турниров за все свое существование. Меня интересует ProDotta. Ну да, максимум, что выиграл ProDotta, я смотрю, это второе место было на хитбоксе, EU Championship номер 4, $500 выиграли. Ну, вы знаете, $10 000 это намного больше. Намного больше, чем 500, поэтому действительно есть над чем подумать и за что постараться. ProDotta Gaming добирается без мастера Вайпера, HellRaisers, Witch Doctor, Nature's Prophet. Такая интересная глобальная стратегия у Ашер получается. Где-то там заинициировали, сразу Форион, Висптинь прилетели, засыпали, убили. Есть варианты для хорошего сплитпуша. Ну вот пик такой довольно интересный, сложно уловимые герои, плюс довольно мобильные. Тяжеловато будет ProDotta. А так как контроль они все в себе, в принципе, тогда взяли. То есть Vengeful Spirit герой хороший, потому что можно драку и начать, и, в принципе, из нее выйти как-то. Ну и Beastmaster, конечно же, для контроля герой просто замечательный. Плюс ко всему, огромную роль здесь будет выполнять именно Ястреб. Ястреб, который будет разведывать территорию, ну, ходить вот этих вот сплетущих героев, как-то пытаться полетать и убивать. Ну, может быть, что-то еще под Beastmaster с траволами такое сойдет жесткое. Может, Тинкера возьмет какой-то. Было бы интересно. Гирокоптер пока в минус, Дисраптор тоже отправляется в небытие, ну и по одному герою еще осталось добрать. Ждем, смотрим. Ну, пока что имеем, да, условно Вайпер пойдет на мид, условно Бисмастер оффлейн, Vengeful Spirit Dazzle на топ, опять же, непонятно, Венга, керри или саппорт. Ну вот, HellRaisers поверили, что это будет керри, потому что забанили Дисраптора. Годдем так посчитал. Как же считает Митрим? Трим пока никак не читает, ну, в обсуждениях. Судя по всему, находится сейчас команда.
Ну что, ребятки, пятки. Да, в общем, действительно, я не ошибся, когда вот он в начале в предыдущей карты говорит, что Еджитсу выпал из Steam, и так оно и произошло. Трон у них был и позиционировал себя как саб, да, то есть как стендин, такой, ну, как шестой игрок или седьмой, как угодно. Вот, и вместо Еджитсу он сейчас будет играть, я так понимаю, на основной роли. Undying подобрали себе Prodigy Gaming, Phantom Lancer и Hellraisers, ну, не знаю, Undying это что-то пока не очень понятное, почему это здесь, как это будет расправляться с предыдущими Вестини и Nature's Profit. Ну вот, типа конкретно против этой стратегии, глобальной, супер глобальной, мне нравятся здесь три героя, там, Dazzle, Vengeful Spirit, Beastmaster, Viper, Undying, они какие-то не супер медленные герои, герои, которым, ну, желательно, чтобы драка началась где-то возле них, они там в ней тихонько передвигаются, как-то дэмэдж наносят, все здорово, боже, что происходит, что происходит, боже, что они делают, эти демоны, они пошли убивать Рошана, воу-воу-воу-воу-воу, Продота, что вытворяет, что вытворяет, на Рошанчика пошли, через ТПшки. Затраты ресурсов, конечно, колоссальные, очень много ТП, 5 ТПшек было потрачено. Это по 75 монет каждая, но при этом могут попробовать Рошан-таки забрать. Конечно же, качивается Inner Beast, аура, ванскор теперь танчит, пока трон захиливает. Две хилки он для этого себе взял, стал шилд одного, стал шилд другого, тоже две хилки у Undying'а. Под аурой Джакала, и они реально режут, а пенек пошел не туда у Фуриона, и другой пенек тоже пошел туда, они не видят. И у Прудота может сейчас пройти эта халява, Hellraisers даже не понимают, что происходит. Они даже не могли об этом и подумать, что вот таким драфтом сейчас пойдут. Смотрите, Рошан, и вот смотрите, Энн заходит, он спалил всю контору, Рошан осталось буквально 1100 хп. И конечно туда Hellraiser заходит быстренько, и бах хочет своровать Аегис, и бах, здесь один. Но тиммейт уже рядом, юзает вторую способность, Доппельгангер, и засыпает Эвенж, и оборует Аегис, да ладно! Ой-ой-ой, Прудота, какая за ошибка получилась. Ну, драка-то еще продолжается. Минус 2 уже сделали ПД, погиб один Бестмастер. Аегис был потерян, Афонин тоже погибает. Все-таки под Андайнгом драться. Такое, такая себе идея. И Бак идет убивать Митрима. Умирает, Митрим выживает. Даблкил делает Джакал, стан Шачло. И еще и Шачло пытается не отпуститься. Санлайт тоже здесь. Шачло пытается просто уйти на телепортейшене и уходит. 2 в 3 в итоге подрались. Счетом Аегиса 2 в 4. Воу, какое же начало. Фантастика. Ну, вы знаете, все равно в плюсе Прудот осталось. 1100 голды заработано. Рошан убили ведь тоже они. Вроде как. Да, то есть Аегис был потерян. В принципе, не страшно. Деньги заработаны. Так, ну тут Миди погиб, Андайнг. Это уже никуда не годится, но... Но это было весело. Это было очень весело. Так, Шачло, Шачло. Ну, теперь ему в спину заходит Джакал. Левел 2, если что. Сейчас можно станом огреть его. Ну-ка. Порадует Джакал Шачло станчиком модным. Не хочет порадовать. Слушайте, а Шачло так мантит пинков. А тут вау, Джакал бегает зад вперед. Не хватает раньше, чтобы дать Magic Missile. И в итоге уходит Шачло. Ага, вот тут мне подсказывают, что Рошана убили Hellraisers. Вот оно что. О, это да, тогда не очень круто. Спасибо, да, потому что там такой кипиш происходил, я даже не смог заметить, кто в итоге убил этого самого Рошана. Аегис я точно видел, что забрал Фантом Лансер. Ну окей. В любом случае, там 1000 голды было заработано, вот если посмотреть. Ну, смотрите, Hellraiser впереди намного даже. Нет, все-таки у Прудота были большие проблемы. На этой стычке план их, в принципе, вот как идея сама не реализовалась, потому что все-таки там драку навязали Hellraiser, успели прийти, успели повоевать и даже сделать несколько киллов. Ну, если Рошана забрали сил света, а если Эгис был забран потом лансером, то тогда у Hellraiser действительно все отлично. У Прудота не так здорово, как хотелось бы. Ну ладно, в общем-то ничего страшного, все вот эти начальные фраги, они в принципе в глобальном плане не имеют какого-либо значения. Все будет, конечно, зависеть от того, как дальше на линиях отстоят. Так, у нас здесь ванскор. За руну пытался подраться, в итоге забирает физ. А вот ванскор может не уйти, а Фонин, Эвленджин цепляют, будет тост. Да, пытался Дикей, ванскор и дал его. И Дикеев-то много, но нет. Все равно пробивают его с руки. Там хотел напоследок и Soul Reap какую-то дачу немножко подхилиться, но слишком много урона. Три героя бьют тебя в спину. При этом один из них еще и нюки постоянно какие-то выдает. Трудно. Ну, там, наверное, что-то много помирает. Ванскор дважды приходил на медлению и дважды погиб. Где-то возле нее. Так, почему-то очень серьезно растет крипстат Фантом Лансер, и Баху здесь никто не мешает, без мастера ничем.
действительно тут отличиться не может. А почему такой плохой кирпистат у Vengeful Spirit? Джакал. Во-первых, долго добирался на топ-линию, во-вторых, бегал за Фурионом, в-третьих, видимо, крипов не всех добивает. Ну, сейчас последим за тобой, Джакал. Ну-ка, соберись. Соберись. Хорошо. Давай этого тоже. Так, потом мастер снизу трон убил. Это плохо. Плохо для Прототы. Ну, вообще, откровенно говоря, конечно, вот, если вспомнить первую карту, там стадию лейнинга фактически тоже ребята из ПД проигрывали две линии. Там что-то за счет виспа и ЦК хорошо получилось. И вот здесь тоже на линиях не все так хорошо, как хотелось бы. Однако, что-то в виде, в принципе, Вайпер неплохо стоит. 14 на 7. Понятное дело, Тинни помешать ему никак не может. Тинни ждет свой левел. Появятся нюки. Высоких левелов сразу же можно пытаться как-то убить. Еще и Undying мешает, играет сверхагрессивный ванскор. Ну вот опять же, пытался сейчас кого-то тоснуть у себя под тавр, не вышло, сам пострадал, 200 хп осталось, тяжеловато. Очень-очень тяжело. Да, ну АПЛ продолжает фармить. И фраг ему один подъехал на троне. И крипстат хорошо идет. Купает себе, видимо, Magic Wand, купил аквилку полноценную. Ну, аквилку сразу же включает, активирует, и, судя по всему, будет такой легкий пуш в исполнении Hellraisers. Подтягивается, видимо, еще Undershock за спину. Ну, не видят они, собственно, трона. Трон видит, видит, как заходит Undershock за спину. Пытается найти как-то и бах, дал допл, в леса, и люди отправляют, и вот он трон, его теперь видно. Теперь его видно, Spirit Land, 100 сейф ТП. Но сюда же Фурион прилетает, их четверо, будет Митрим зря, Митрим зря, Митрим ошибочка. Или нет, или они будут реально здесь драться, но погиб уже без мастер. Еще до ТП, Митрим уже без пол ХП, Джакал приходит, Джакал ведь тоже не самый лучший помощник, стал прописывает и бах, а дальше что? Дальше-то что? Дальше буду Ресторейшн подхилить, жесткий. Хотя Митрим тут с дабл дэмэджем, посмотрите, Джакала зажимают, Митрим тут с руки пытался пробить, финга падает, Митрим. Ну, страдают здесь, конечно, ребята из Протота, еще ТПшки, ТПшка отменяется, Митрим. Висп уже захилил, здесь Фантом Лансер, очередной минус. Ну нет, ужасно. Такой небольшой конвейер снизу приключился у Продота. Один прилетел, второй прилетел, третий. В итоге все трое погибли. Единственной такой мини-компенсацией было убийство Тини на медлине. Вайпером, судя по всему. Да, вайпером. Ну так себе, в любом случае, конечно, снизу Hellraisers получили намного больше, чем Продота с убийства Тини. Графики растут уже 4000+. Самое главное, Фантом Лансер это фидит. Вот что неприятно. По-прежнему топовый крипстат, топовый нетворс. Причем не только у Фантом Лансера он хороший. Висп на четвертой позиции вообще каким-то образом больше, чем у Тим. Конечно, так отдаваться нельзя. И ПЛ вообще страха не знаю. Идет просто куда-то уже под тир 2 трону загоняет до базы. Как против такого бороться? Уже 1800 голды. Spirit Lens пошел. Так, ну вот пытались как-то Фантом Лансера отсюда убрать. Шел Undying. Топорики пошли. Дикей. Soul Rip. Бах, немножко подставился. Допл. Ванскор идет до конца. Дикей через 4 секунды будет. И на развороте. Spirit Lens. Ванскор подмять. Ну нет, нет, нет. Ну, по-моему, бах, это ошибка, нет? А, ну Висп подтягивается. Какая-то может быть ошибка, если Висп рядом. Все, тут же испугались Продота, сюда пришел и Митрим. Но сейчас действия Фантом Лансера настолько наглые, настолько агрессивные, они создают очень много спейса для команды. Это одна из немногих ситуаций, когда спейс создается кор-героем, а не для кор-героя. Что Бак сейчас ну, реально развлекает всю команду ПД. Ну вот нельзя Дазлис одного оставлять, потому что он здесь умрет. Понимает, Андайнг будет возвращаться вновь на линию, сюда же стягивается трон. Просто три героя охраняют одного Фантом Лансера. Ну, значит, на других линиях у Hellraisers должно быть все просто супер круто. Стаки тут делают с Афонином. Фурион пока просто фармит леса. 3-0-1, кстати говоря, шачло, тоже неплохо. Форс 3-й на карте. Ну, что-то прям не похоже, что прям супер какой-то спейс создал и бах, потому что его тиммейты что-то в лесу засели. Тут спейс скорее для Джакала и для Вайпера, которые стоят на своих линиях, спокойно поймет. Дмитрий дивардингом занимается, получает Spirit Lens. На пол хп один Spirit Lens. Ну как это можно терпеть вообще? Залетает еще каски, успел дать на себя Shallow Crave. Ультимейт Фуриона поздновато залетает. В итоге подхил от Soul Ripa на Митрима. Андершок просто наглый делает тэп-аут прям под томбой. Ну, в общем, да. Вот кликают, кликают на топ, ребят. Мунджакал там фармит.
Нельзя его одного оставить на толк. Ну и тут же вардинги, девардинги. Драка вот за эту точку довольно ожесточенная проходит. Несколько вардов там уже полегло. Тут сандришник чужой обсядер тоже съел ванскор. Ванскор, конечно, дела очень плохо идут. Ужаснее только у бестмастера, наверное. Бестмастер, боже, сапог. Три смерти. Четвертый уровень. Восьмая минута. Тарвон. Вот как найти после такого старта себя в этой игре? Что делать вообще? Такая раскачка, что ты не можешь позволить себе уйти в леса, да, у тебя вкачан. Ну, у тебя первые топорики, условно. С щиточком одним долго там не простоишь. Намеков на Солрин их нет. Уходить на линию ты не можешь. Внизу тебя убивают. В миду ты не нужен, потому что ты будешь лишь только чаять экспириенс у вайпера. В лесах никак, на топе тоже никак. Ну вот что делать Трону? С его 800 на творца. Грусть. Уныние, тоска. Ну вот-вот-вот, только вот этот вот спал нейтрал фармить, наверное. И то опять же сложно. Смотрите, как им пробивают нейтрал. По-доброму сюда поставить какой-то апсервер, не знаю, или вот сюда, и убивать этого бестмастера нон-стоп. Ультимейта Фуриона достаточно будет, по-моему. Вообще, вот, когда играет Фурион, очень-очень красочно видеть такие вот варды, не самые ординарные. Куда-то вот сюда, например, там вот сюда. Курьеров перехватывать, недобитых героев добивать. Ну, как в папчике. Ну, что это такое? 51 хп. Ровно на один удар. Ладно, немногим лучше дела идут также у Митрима, да, у него тоже сапог, если что, но он суппорт, просто герой все-таки пятой позиции. Его обвинять в недостатке нетворса нельзя. А бестмастера может. Ну что, Шатило тем временем с Андершоком подпушивает топ-линию, используя Nature's Call 4 уровня прокачки. Джекал пытается отбиваться, но снизу Фантом Лансер его что-то не прогнать. Купил он себе Drum of Vengeance. Такой статовый, Фантом Лансер, добротный. Ой-ой-ой, релокейтит, залетает, ставит Stormstone, Данго в секунду смело, надо Томбу разрушить, Томба тоже падает. Шачло уходит, Годем, скорее всего, не уйдет. Все просто тянулись в продот, посмотрите. Просто всем составом. Пятером они здесь были. Вообще это правильно, то, что они сейчас делают, они наказывают. Все же видно вот по игре этой команды, что они умеют играть как и с виспом плюс кто-то, так и против виспа плюс кто-то. Если вдруг какие-то жесткие релокейты, сразу масс ТП, масс поддержка. Ну и бестмастер-то сразу вдвое нетворс свой поднял. Просто вдвое. Так, Андершок в инвизии. Вайпер страйк поймал Годем. Очень больно Годем. А как спасти? Каски, Десвард, Эвеленш. Живет Годем, а вот Санлайт не очень. Не очень живет. Шашло прилетает, вам скоро закрыли. И что будет делать? Пытается уйти, у Афонина будет тос. Тосает на ван скоро, а это минус. Так, хорошая реализация инвиза со стороны Андершока. Вижена с этой стороны у Продота не было. Подключение этого самого Вич-доктора не могли даже и... А подключение не могли даже и подозревать. Огрызнулись несколько Hellraiser после неудачного залета снизу. Провели неплохой файт. Пейл тем временем покупает себе Травела. Ну вот, вот такой айтем-билд у него появился слишком рано. 12-я минута, Карл. А у него уже и Аквилы, и Барабаны, и Травела, и Magic Wand имеются. Это очень много. Это неприлично много. Если темп своего фарма ПЛ не потеряет, то, конечно, потом эту команду будет... эту игру будет соло выигрывать. И снова, посмотрите, про дота. Ну вот, гнут свою линию, по-прежнему идут на Рошана. На второй раз уже после того, как он появился. Так, а вот вопрос, Hellraiser, догадаются ли о наглости про дота? И еще раз, ответ или территорию? Вокруг Рошана. Вообще, так-то левела уже получше у ПД, и Рошан падает намного быстрее, чем в первый раз. Ну, видимо... Видимо, шалость-то удалась. На, вайпер берет себя Эгис. Не провтыкать надо, там через какое-то время, да, ребятам из Hellraiser, с чек Рошана все-таки. Что третьего не отдать. Так, Андершок здесь, ну ты же знал! Каски удачно отлетают в трона, чтобы... Боже, и в Джакала! Чтобы не сбили ТП, Андершок проходит, вив какой-то прогрызает себе путь. Ай-яй-яй, ТП там на КД. Ну, это смерть. Вообще, по-доброму виноват сам.
Ну куда ж ты лезешь? Ты же знаешь, что кто Крашана убили, противника не видно на карте, ты стоишь, фармишь легкую урение. Так и работает. Ну, правда, его тиммейты в это время, воспользовавшись спейсом и временем свободным, пошли сломали топ-тир 2. Протота давит снизу. А, тут заход хайграунд. Ну, вот так вот просто. ТПшки, масс ТП на базу. Ребят, база горит. Горит база. Ну, вроде успеет подключиться. Трон здесь. Primal Roar. Где он? Где он? Вот он, в Афоне, на релокейт. Годдэм юзает сразу. Увести своего тиммейта. Ну, все-таки на виспе играет не Ван Скор, не Ваня, поэтому... Керри будет чувствовать себя в относительной безопасности. В всяком случае... В приоритете будет жизнь именно Тини, а не Виспа. У ребят из Hellraisers. Ну, дали Виспа, да, там немножко, конечно, понаглели. Ну, знаете, половину тир 2 снесли. А с учетом возможности этой глобальной стратегии, этих мобильных героев, опасно. Опасно позволять вот сносить даже какое-то количество здоровья у тир 3 героев. Nature's Profit играет через Орхид, который у него скоро должен появиться. Есть 2 миллиона стафа. А свифта только не хватает. Остальные. Пока. Пока собирают себе свои первые необходимые артефакты. Вот Яш появилась после тревелов уже у Ибаха. Что же касается ПД. Бестмастер, кстати говоря, после ужаснейшего старта купил себе став Белт. Очень хочет взять себе некрономиконы. Вайпер есть мека Эд плюс, есть Айгис это плюс Х2. Вешайте диф, что происходит. Чакал через барабанчики, ПД. Но опять товара-то падают, а здесь Тафонин готов сбивать ТП. Сбивать ТП готов. Ну вот здесь сбивать ТП андайнг он не стал, андайнг не проблема. А вот Джакалу и Митриму можно. Так, бегает, смотри, что творит. Смотри, что творит. Рассказ пошел после ультимейта Фуриона. Двух пытался собрать, но понимаешь, что дэмэджа не хватает. Подхил тут же от Митрима. Ну а здесь Фантом Лансер погиб. Вообще, да, тут как-то немножко по-другому, я так уверен, Hellraisers хотели сыграть. План был, что если ТПшки будут прожиматься, собьет Тини, они там снесут все снизу. Но как-то эти ТПшки не нажимали, а снизу на Фантом Лансера напали, и не получилось. Ну, Протота держится пока. Хоть, конечно, проигрывают довольно много, 7,5 тысяч монет. Ну, парочка хороших вылазок с их стороны уже было. Так, ну, пытается подпушить Тир-1. Снизу, сразу же сплит. Конечно же, сплит-пуш. Ястреб сбит. Андершок без прядышком. Давит шачло. Надо стягиваться снова на базу, конечно. ПД в этой игре огромный... Ой, Джакал, а что это было, Джакал? Что это? Фантом Мастер сейчас прилетит тебя и накажет. Фантом Мастер прилетел, Джакал. Ой-ой-ой. Какой же неудачный был свап. Как-то какой-то... Миссандерстендинг был, что ли? Я не знаю. Десфар ставится, у Трона проблемы, Трон получает Шелло Грейв, Дазл спас, конечно, своего тиммейта, но погиб сам. Андайинг пришел, поставил Тому, получает Орхид. Тому надо поломать, Тому падает. Приходит Санлайт, Вайпера Страйк, и на него наказают всей команды, да, он спил ничего с профита, но а дальше-то что, Санлайт? Аегис. Аегис, есть Аегис. Так, нужно уходить, наверное, Hellraisers, они-то так много сделали, хотя остаются, чтобы убить Санлайта в очередной раз, Эвлинштос. Спирит Лэнсы, Джакал пытается как-то спасти Дафстан. Каски отлетают, Джакала. Спирит Лэнс, Афонин здесь рассказ, Винга минус. Санлайт лоу хп разворачивается, пытается пробить Годдэма. Опасно очень Санлайт. Андайинг сделал байбэк, чтобы спасти Санлайта. Боже, Hellraisers, конечно, натворили дел. Но денег было заработано уйма. Убивали вот 5 героев, практически всех убили. Плюс байбеки от Винги и от Андайинга. Заработан был 3000 голды, с учетом разницы того, что потеряли Продота. Ну и снесенный тир 3. В упадке Продота, в упадке, в экономическом упадке. Да и в морали, наверное, тоже после такого старта-то. За 17 минут у них чуть ли сторона не упала. И держаться все тяжелее и тяжелее. По деньгам очень серьезно отстаю, соответственно, отстаю также и по артефактам. Да. Задачка-то какая. А все тут это вот эффект снежного кома, когда вы там используете какую-то... сумасшедшую идею, зайти на Рошана, сперхнуть, которую так никто даже уже и не юзал. Не знаю, в последнее время этого я не видел. Ни на крупных турнирах этого точно не было. А тут вот неплохо вроде бы и сыграно было, и задумка хорошая. Зашли на Рошана, пытались его убить на первых левелах. Но вот Hellraisers, чуйка. Чуйка фурионовская, который прошел и прочекал своим интом. Просветил, и в итоге у ПД уже вот с первых минут игра пошла не так, как хотели они. Сейчас тяжело. Сейчас очень тяжело.
Потому что их сплитят, их разводят, их постоянно заставляют юзать ТП, постоянно ввязываться в ненужную для них драку. Тяжело, страшно, больно. Но что делать? Надо держаться. Смотри, что творят. Смотри, что творят. Ну вот, развели на Томбу, развели на форму Ванскора. В итоге абсолютно ничего не потеряли. Снизу Фантом Лансер Тир 3 съел. Пытается Митрим Дэвид на себя шалогрейв, чтобы просто жить. Бараки падают там, бараки падают тут. Бесконечный сплит. Прайм Оррор Вандершока сбивают Десвард. Неплохо сыграно. И так, свап неплохо. Афонина ведь тоже не спасти. И да, релокейта здесь не было. Готэм, скорее всего, тоже погибнет. Санлайт пытается его пробить, тоже пробивает. Но даблкил неплохо, но Фантом Лансер снизу съел бараки. И абсолютно не имеет никакого значения, что сделали минус 3 сейчас про Дота, потому что они потеряли целый лайн на 19 минуте. Милишный, конечно, барак не добит, но в любом случае рейнджового нет, и линия будет рушиться. И опять же, с учетом того, что есть в команде Висп, Фурион, барак долго здесь не выстоит. Ну, мне изначально вот со стадии драфта было непонятно, зачем Last Pick вот это вот Undying. Ну, абсолютно не мобильный герой. Ничего он не может сделать против такого сплитпуша. Даже если бы ProDota выстояла там стадию early game, если старт был бы более-менее одинаковым, да, там фармили более-менее одинаково. Все равно на дистанции вот этот вот провал Undying как героя против этой стратегии, он проявлялся все больше и больше. Ну, потому что невозможно как-то вот сопротивляться. Ну, ты вот поставил форму, поставил томбу, поставил форму, противник отошел, все. И уже на другой линии, где-то идет дракон, сносятся бараки, а томба у тебя... Ну, ты томбу перенести не можешь. Самая главная проблема, наверное, на дайме. Ну, и таких вот немобильных героев есть еще парочка, ребят, СПД. И тяжело. Ну, вот смог юзать Вив. Вив пошел, попытается сейчас кого-то поймать, приостановить этот вот сплитпуш на корню. Шачло, видимо, что-то понял, пытается уйти Андершок тоже. И уходит на блинке Шачло. Предусмотрительно его купив после Орхида. Андершок сможет ли уйти? Праймал Рор трона не пустили! Не пустили трона. Застопился об своих же тиммейтов. Неудача. Ой-ой-ой, а энты-то что творят? А что они творят? Они съели барак. Беда. Ой, беда. Ну вот теперь без двух сторон фактически. Да? Ну, против Viper работает топ-аут. PL уже сман поставил. Вис Владмир купил, тоже правильно. И релокейт пошел. Sunlight. Остался один, нужна помощь, поддержка, сейф ТП. Ахтунг, Ахтунг, СОС. Нет, не работает. Ну, вообще стягивались про тот, конечно, но Viper слишком быстро погиб. Теперь уже миличный барак подъедается. $15,000 уже преимущество. Слишком большие деньги в команду. Экспириенс 7500. Ну, хорошо, у нас остается 2 минутки. Ну вот, как-то, конечно, желательно к этому времени продоте отбить линии, но максимально их отпушить. В сторону противника прожать смог и забрать Ташана. Вообще прям идеальный вариант. Давать! Ну вот опять, смотрите. Вот. Это живой пример. Он скоро ставит Томстоун и все. Пёжи Виспах сыграл после свапа, но, блин, я ушел. Причем Замбарь не успел появиться, чтобы ударить Годему и сбить ему этот самый блинк. Так, Годем. Ну вот я говорил о том, что тэп-аут работает против Вайпер Страйка и против Вайпера в целом. Но не Виспу, у которого очень мало здоровья. Ну что, очередной сплит. Сплит сплитом погоняет. Афонина пытается забрать. Афонин. Форстав. ТП-аут. И сбить здесь трон. Опять же был Праймал Рор. Но Вижена, видимо, не хватало. Да, вот Вард, судя по всему, только-только был проставлен. Ну, неплохо сыграл Тень, на самом деле, в этом моменте. Огони ему Вич-доктора. Очень радует такие Вич-докторы, что первый, что во второй карте, от одной и другой темы, которые... у которых получается купить себе гонимы в игре, чтобы выдавать отличные палки. Так, Митрим, далеко выходить нельзя. Солкрест, кстати говоря, неплохое решение.
от бесконечного количества иллюзий Фантом Лансера Слоукас не особо спасает. Диффузы себе приобретает, и бах. Так, Sunlight, мимо пролетал, с Engine я же все купил. Ну что, пока оборону Прудота держит. Держит, пока не сдается. Бараки милишные стоят, есть целая медлиния, и на этом можно еще жить. Так, ну там смог, там смог. Начинает и бах, так развлекает в легкую противника. Манта стайл, там свап пошел. Ну, Джакал заинициировал один, а никто не помогает. Тут больше занялись тем, чтобы и бах как-то отогнать. В итоге Венга, что заинициировал, что нет, разницы никакой, она погибает. Ставится десвард, палка-убивалка, ну такая себе, сомнительная получилась. Ну и смотрите, снизу шачло сплитит. Убивать его надо, убили, но вот на топе барак. Ну, кстати говоря, не так-то он быстро умирает. Еще есть глиф, глиф юзается. Опять же, пока получается продот. Пока получается обороняться. Купается гем от виспа, и в то же время Undying купает Вагнер на команду. Ну, не столь аккуратный в своих действиях Hellraiser, стоит признать, да, все-таки не самые успешные попытки как-то засплитить, развести на какую-то сторону. То есть вот здесь не подъели барак, опять же, тут не добили, там в миде кого-то отдали. Ну вот, не супер аккуратная игра. Понятное дело, что хочется кончить быстрее уже, да, что, в принципе, игра-то да, по факту выиграна. Но вот если допустить еще большее количество ошибок, можно игру-то и проиграть. Аккуратнее быть надо. Вот, например, можно забрать Ашана пока. Продота пока боится выйти из своей базы. Ну, понятно почему. А, вот, для увеличения мобильности трон покупается как раз таки Ринтакер. Игра более-менее нормализовалась вот в минуте 20-й как раз таки трона. Там и некраторы эти будут, и блинк. Боеспособный товарищ. Вопрос, хватит ли этого. Ну что, и вот он смог. Знают, про Dota есть тайминг на Рошана. Знают, что этого Рошанчика нужно забрать самим. И что ж, Ястреб залетает, трон залетел туда, Primal Roll, Котэму, свап, Джакал. Куда ты, свап? Зачем ты это сделал? Или нормально? Подождите. Ну и палка ставится. Палка, палка ужасная. Ну, минус 2 уже сделали про Dota. Трон возродился. Палка всех не убила. Да ладно, камбэк. Камбэк, и бах пытается уйти. Я думал, Джакал ошибся. Нет, Джакал сделал все круто. Свапнул. Стоял, бил, станы раздавал, вив кидал. То, что можно. Слушайте, ну классно здесь сыграли ПД. Потеряли бестмастера, не страшно. Ну и минус 2, да. Здесь птиц не погиб. Ничего не лишились в это время. Нет, барак на топе стоит, снизу стоит. Все норм. Все норм. Жить можно, играть еще можно, еще не все потеряно. Если так посмотреть на счет, то разница в один фраг всего лишь. И посмотрите, с 15 тысяч до 10 отыграли ПД, этот график еще не обновился. Вот так вот Hellraisers. Рано булки расслабили. Тут еще играть, тут еще выигрывать. Так, что мы имеем? Ну, Вайпер жесткий тоже Блинкси купил. Vengeful Spirit, видно ли ее? Нет. Ну вот, вначале видели, как она пробегала. И уже так, чисто на... Ну, чутье пытались. На инерции поймать эту самую Венгу, но не получилось. Галкит был потрачен, а сейчас на развороте Sunlight прыгает. Котэм скоро улетит обратно. Да, он просто улетает. И зацепить здесь никого не удастся. Ну что, Некрономикон 3, это здорово. И смог от Прудота. Ставится в ордишке. Эндершок должен понимать, что там опасно. Понимает ли это Фурион? Фэн, по-моему, не понимает. Джакал Вив кидает тут же спа. Праймал Рор. Шачло. Секунду развалился. И сбили тут еще и ТП. Потом Лансеру. Опять-таки ошибки. Очередные ошибки от Hellraisers. Они не могут эту игру выиграть. О, Sunlight. Вот это, по-моему, подставился. Вот это подставился. Сыр есть. Сыр есть. Сыр съедает. Спасет ли это? Где сейв-бригада? Вот он, Митрип идет с Шеллоугрейвом, с подхилом, как положено, Спирит Лэнс. Ну и бак дальше идти не стал. Поразводил на ТПшке, да, немножко размял вайпер, заставил прожать сыр. Так, релокейт, а топ он скоро ловит.
Годдэм, соло пошел. В Солянова убивать Ванскора пошел, не вышло. Ну, такая себе попытка. Вообще, конечно, Undying тоже испугался. Он думал, что Годдэм прилетит не один, поставил Томбу, ушел на ТП. Но вообще, при диком желании, можно было развернуться и напихунькать на виспу. Парочку дикеев отвесить, дать соло рип хороший, и победа. Что-то Мишок придумал. Что он придумал? Что творит? Ага, вот оно что. Ну, кстати говоря, в начале игры, если вы помните, я про такие варды говорил. Вот варды, которые вот, позволят убивать недобитых героев, которые ходят на базу лечиться, курьеров перехватывать. Ну, то есть, я, конечно, надеялся увидеть пораньше этот вард. От Фуриона, который бы сам залетел и поставил сюда его, но... Так тоже неплохо. Какой-никакой не вижен. Ну, правда, не все так видно, как хотелось бы, но тем не менее. И Майлстромы. Масс Майлстромы появляются у Продота. 2 целых. Джакал купил себе на Vengeful Spirit. И Вайпер покупает себе тоже этот артефакт. Ну что ж, отспавливаться, отбиваться от бесконечных иллюзий, от этих пеньков. Это очень разумное, очень грамотное решение. Это реально может помочь. Смотрите, Hellraisers уже перестали отчаянно нападать. Все, это уже идет чисто фарм. Затягивание игры в лейт. Ну, где, безусловно, конечно, Вист в тени, Фантом Лансер будут намного сильнее, нежели там, условно, Вайпер какой-то, да, там, и Vengeful Spirit. Это даже не обсуждается. Но до этого, да, еще дожить надо, потому что на фоне здесь, скорее всего, погибнет. Вист приходит, захиливает, Primal Roar, свапы. Ну, и тут неплохо все-таки Годдэм, видимо, подсейвил или нет. Тронт идет до конца. Кабанчик, кабанчик замедляет оппонента минус 2. Очередная ошибка от Hellraisers. Как же они подставляются, как же они умирают-то? Боже, про Дота, после такого ужаснейшего старта, после того, как им чуть не сломали две стороны, они находят себе силы камбэчить. Ашер, Ашер, что с вами не так? Так, пошли у нас какие-то ультимейты, сайленсы, в Джакала вгрызаются, Джакал просто наглую делает депаут. Ставится палка, опять же палка, такая себе палка. Очень довольно забавно, да, то есть Undying вот прям возле Вичдоктора находился. А палка была поставлена вот здесь. Найс. То есть отсюда не доставала и отсюда не доставала. Радиус. Ну ладно, плохо сыграно, в общем. Так, ну а Гадим появляется у Афонина. Шачло. Он сейчас может подставиться. И снова ганг. И снова не читают эти ганги Hellraisers. Раз за разом просто Прудота идет и нападает на вот так, героев, которые бегают по одному. И падают эти вот куски единого целого. Не как-то бывшего, да? В первые 20 минут. Ну вот с 20 по 30 минуту там все ужасно проходит у Hellraisers. Ну вот так, да, переломным моментом стало минута 20 как раз таки. Все, после нее идет спад у Ашер. Сентрик поставили, нашли обсервер. Дершок Огркла пытается вынести ПКП. Ну да, фармить надо. Все, Hellraisers уже потеряли возможность как-то там сносить базу или там, может быть, сплитить жестко, когда противник стоит на базе. Не, сплитить потом можно будет, когда Продота будет позволять себе выходить куда-то дальше, там, в своей территории. Вот, но это позже. А сейчас просто ударится фарм. Больше Шером ничего делать не нужно. Фармит Тини себе 6 слотов, фармит себе Фантом Лансер 6 слотов. Они потом игру выиграют. Но уже не сейчас. Уже момент упущен. Сейчас уже Прудоту нужно найти себе силы не только отбиваться так вот от нападки противника, но и при этом еще самим как-то поддавить. Пока, опять же, кур-герои Hellraisers не раскачаны. Также гангать, убивать, ждать Рошана, забирать сырые Аегисы. Может быть, где-то даже самим подпушивать. Ну, главное не забывать про то, что нет тир-3 товаров, нет рейнджевых бараков. И милишные бараки будут падать очень быстро. Ну, ибо опять же, Висп с Терлокейтом, Тинь, у которого есть Аганим. И Дизоль у Ушечка. Это тоже позволяет быстрее строение сносить. Ну, хорошо, эта игра может тянуться до 60-й минут, даже до 70-й. И больше. Такие расклады мы с вами за историю про сцены видели неоднократно. Мьёлнир. Качественно Мьёлнир. Все, с иллюзиями уже можно бороться. Часть проблем с Фантом Лансером уже решена.
скоро и Венга к Вайперу присоединится, докупит себе Мьёлнир, осталось не так много денег. Вот тут вот Sunlight может подставить сейчас Goddamn в инвизе. Боже, я обожаю Вальф. Я только сейчас увидел, к этому вопросу вернемся, потому что снизу какая-то драка. Пытались Джакала убить, ставится Десвар, Шачло здесь, Митриму зажимает, кидает Орки, Митрим пытался сделать тпайк, Праймал Рор спасти Митрима, Митрим уходит, Шачло уйдет Ли, Шачло тоже падает, там все Вайпер просто расстрелял, минус 2. Размен на 2 на Энгри, который умер на топе из Патини. Так вот, Вальф, они реально сделали Виспа инвизным, когда у него есть инвиз. Это же круто. Или мне кажется опять. Или я просто не вижу. Вообще, Висп тут вообще на шарик не похож. Это просто ничто летает. Он перманентно теперь в таком состоянии? Что-то не обращал внимания. Что-то с этим Виспом сделали точно, Вальф. Не, вот сейчас его видно хорошо. Вот, да, когда был в инвиз, он был просто пустым местом. Это здорово. Теперь не вызывает сомнений, в инвизе находится ли персонаж или не в инвизе. Спасибо, Вальф. Я прям сегодня доволен. Я увидел, как у Witch Doctor Десвард считает дэмэдж в батл рекапе. Как Висп он Вис уходит. Ну, прям вот. Моль бы наши были услышаны. Так, а тут Sunlight могут перехватить. Sunlight один. Один Sunlight. Ну вот. Противник ловить на ошибки можно. И можно что-то даже игру переворачивать. Но вот самим таких ошибок не допускает. Надо понимать, ну, ребят, ты идешь один без своей команды, а там герои, которые прилетают в течение нескольких секунд. Просто в одну точку, причем ему сразу 4 может пролететь. И ты с этим вообще ничего не сделаешь. То есть ты можешь держаться вместе. Опять же, можешь бегать под смоками, нападать, устраивать какие-то замесы 5 на 5. Там еще таких артефактов выигрывать. Но точно бегать не по одному. Потому что где-то сейчас подразведут, может быть, на байбек Вайпера, где-то что-то просят, какой-нибудь барак сломает, тяжелее будет. Зачем себе палки в колеса вставлять? Ну, Джакал с Мьёлниром отбивается неплохо. Какие проблемы надо будет с Вайпером и с Вингой решать, как-то нужно будет пытаться их убивать. Короче. Деньги перстон. А, 1500 монет у него есть сверху, ну это безусловно будет Assault Keras. Сперва Assault Keras, потом Муншарт уже какой-то. Ну опять же, все это выход плейт. А, как там дела у нас у Фантом Лансера, Диффузы, Монтатор, Вала, Блинк. Денег много. Во. Денег много. А это у нас что будет? Что это у нас может быть? Что сейчас нужнее всего? Может быть, какую-то бабочку себе приобрести? Может быть. Не, ну уходить слишком в статы, наверное, не очень хочется. Покупать там различные скади себе и прочую гадость. Так вот что-то такое относительно и что выживаемость даст, и при этом еще неплохой урон. Ну вот, бабочка мне очень нравится в этом варианте. Нет необходимости покупать себе какие-то МКБшки пока. Дедал слишком нагло. Скади не хочется. Вообще-то выбор, конечно, есть. Фантом Лансер, что же себе приобретать в конечном итоге. Пока думает. Пока просто купит денег. Ну что, Рошан появляется четвертый по счету. Снова Сыра, Егис. Хорошие варнишки проставили про дота. Во всяком случае, самое главное, что они сделали, это отпушили линию. Насколько это вообще возможно. Сейчас еще Ван скоро пытается топ поддавить. Если у него травелап, он пойдет, поставил томбу. Ну и вот Рошан. Неужели просто так? Это Рошана Дейрам отдадут. Ну, ястреб здесь был, ТП сразу же отменилось, и в итоге да, не будут претендовать Hellraisers на забор этого самого Рошана. Сыра Егис для ПД. Да, и Фантом Лансер райт-кликом покупает себе папочку. Ну, как райт-кликом? Райт-кликом купить невозможно. Ну, по остальным частям быстренько в курьере закупил, да, и себе перенес. Неплохо, неплохо. Жирности побольше стало. 6% резист физ урону. За счет того, что очень много у него брони стало. Опять же, от бабочки. Ну и... Ну, такой боеспособный товарищ. Очень много акилы. Дэмэджа вроде как хватает. Опять же, обьёлнир, лишь бы не убиться. А так... А так норм. Шачло. Ну, тоже пика своего... Своей сборки он еще не достиг. То есть, еще нужно много артефактов закупать. Для этого нужно много денег. Ну, пытается фармить... Использует эти обузные точки.
общем, как я ждал, дорогие друзья, у нас с вами эта карта будет затягиваться на очень-очень-очень долгое время. Ну, я примерно даже предвижу сценарий развития событий в этой игре. На минут 20 следующих могу наверное, предсказать. Ну, потому что все довольно очевидно. Если же, опять же, продукт, то ничего не изменит. Потому что вот сейчас похоже на то, что HellRaisers выходят в своих лейтовых кор-героев. Ну, и просто-напросто в один прекрасный момент они, ну, убивают противника, потому что за счет того, что они герои сильнее. И при этом заканчивают игру. Но вот про Доте нужно что-то самим придумать. Лакей, это атака на Ибака. Ибак, ты жив, Фантом Лансер не самая лучшая цель. Каски отлетают. Сами HellRaisers пока ввязываться в борьбу тоже не хотят. Ну там сырая Эгис по-прежнему. Как же иллюзии-то больно грозят, да посмотрите. МП съели все практически. С КП оставили. Но вот Фантом Лансер уже становится проблемой. Уже лейтовой проблемой, против которой нужно покупать какие-то МКБшки, контроль, АУЕшки. То есть все, чтобы его сконтрило. Ну вот сейчас Вайпер, возможно, это придумает. Да, Демон Эдж, но без МКБ здесь вообще никак. Если ты не покупаешь МКБ на Avenger Full Spirit на Вайпере, можешь сразу из игры выходить. Ты потом Лансер ничего не сделаешь. И при этом все равно Фантом Мастера будет сложно убивать. Так вот, что придумать про Доте? Про Доте сейчас, имея Егис, нужно сделать каких-то парочку хороших вылазок, вот если у них какой-нибудь смог. Какой-нибудь такой шальной смог. Есть у них? Или нет? Нет смока, еще довольно долго не будет. Ну вот да, нужно дождаться смог, наверное, пробежаться, может быть одного из скоров зацепить, убить и как-то попытаться съесть уже тир 2 и начинать подгрызать чужую территорию. Все-таки там будут, точнее даже не будут, а есть уже некрономиконы третьего уровня у трона, у Метрима первого уровня. Блин, эта игра может вообще закончиться разменами трона. Я бы на это посмотрел. Просто размен тронами. Так, вот, попытка зацепить тени на форстафе неплохо уехал, кстати говоря. Вот так. Тяжеловато, конечно, без героев со станами. Как-то тенника цепить. Так, шачлу, а там ванскор еще спрятался. У ванскора много денег. И он ждет. А тиммейты к нему уже подходят. Они спушатся. Ребят, продота, вы можете убивать шачлу, вы потеряете нижний фараг. Или, ну шачло убивается очень быстро, отмена, все, отказано. В плане, теряют барак. Успеваю, конечно, успеваю. Да, шачло был неправ. Опять подставился. Так, а вот здесь джакала можно поймать. Джакал чувствует, что противник здесь. Не поднимается на пригорок. Пока бы эти секундные себе приобрел. Значит, это тоже, конечно, артефакт нужный. Но хочется такую бингу увидеть боевую, что... Чтоб прям заходило, Мьёлнир на себя, и вот этот тысяч молний налево-направо пробивает, на всяких фотомастеров. Всегда же хочется вот как-то в утопическом варианте увидеть бингу, которая тет на тет разваливает фантомлансера. Шли бы дорого смотреть. Так, по-моему, ошибается Андершок. Но МКБ, боже. МКБ сбивает ТП. К сожалению, для Вич-Доктора. Но уже от Вайпера не уходишь. Вайпер красавчик, кстати говоря. 15-3-5 играет Sunlight. Как бы не было плохо его команды, он... Пока хорош. Тревла себе приобретает. Вместо ПТ, опять же, улучшая свою мобильность. Деньги, правда, себе потратил, да? Вот на этих моментах лишь бы не подставиться. Но сейчас закончится Аегис совсем скоро. И там одна какая-то неловкая смерть. И без байбека будешь сидеть. Тревла тревлами, конечно, но на байбек оставлять надо. Это очень важно. Вот наверняка, если бы знали, вот сейчас знают, что и потери на Эгис ребята из HellRaisers, и если бы увидели, или как-то поняли, посчитали, что у Вайпера нет сейчас денег на байбек, они пытались его убить. Это был бы самый простейший вариант для победы, как минимум для сноса сторон. Так, ну и ставится пауза. Ну что, пауза у нас... Кем вызвано? Ага, троном, да? Подальше решили обсудить, или, видимо, какие-то испытывают небольшие трудности. Ничего страшного. Ладно, ребят, 42-я минута, игра, которая, ну, по всем предположениям, наверное, да, как-то по всем текущим событиям, произошедшим к тому времени, должна была закончиться на минуте, там, 20-й с полной безоговорочной победой HellRaisers, но про Dota нашли в себе силы отстоять свою базу, потеряв при этом лишь только рейнджевые бараки с двух сторон.
И даже имеет возможность где-то и победить. Игра затягивается. Уже 42 минута, прежде чем еще ничего не ясно, ничего не понятно. Ребята продолжают фармить, продолжают допускать ошибки. И это здорово. Это здорово, есть над чем понаблюдать. Не просто видим фарм с двух сторон. Какой трон опасный, посмотрите, Аганим, Некрономикон, Дравла, Гем, Убивец. Каких-то 20 минут назад трон бегал самым слабым нетворсом на карте. Окей, 20-30. Мы практически поставили, ну, не мы, окей, я поставил крест на этом герое. Думал, все, потеря, а нет. Дрон тоже нашел себе возможность пофармить. Какие-то себе свои айтемы быть полезными для команды. Фарм продолжается. Ну что, Тини Яша. Яша это Мантастайл. Мантастайл это тоже круто. Это заходишь на хайграунд, включаешь иллюзии. Смотришь, как база противника просто падает без твоего участия. Так, на топе Нэнга фармили. Диффузы апнул себе Фантом Лансер. Тревела купил себе второго уровня. Ну, в общем-то, что остается? Значит, мы убираем барабаны и меняем их на... На что мы их меняем? На Абисла меняем, правильно? Почему бы не на Абисла поменять? Или на Тараску? Вот здесь, кстати, вопрос. То есть, чего больше опасается Ибах? То, что дэмэджа не хватит, или то, что его там разнесут? Пока он будет кого-то разносить. Ну, еще такие варианты. Ну, Тараска и Абиссал, наверное, самые очевидные выборы. Ну, а еще можно купить, конечно же, Муншарт. Никогда будет не лишним. То же самое касается Тиника. Муншарта у нее пока нет. Ну, в недалеком будущем, я думаю, будет. Подтягивается ли кто-то еще из героев к таким лайтовым версиям своих сборок? Ага, Тиник купил себе вообще БКБ. Так вот. Расклад. Так вот, Андершоку нужно тоже БКБ купить себе, чтобы помогать своей команде. Это будет абсолютно правильно. В всяком случае, конечно, там есть чем сбивать даже сквозь БКБ. Это Vengeful Spirit со свапом, да, например. Это и Beastmaster с Prime Aurora. Но как бы там ни было, это составит потратить на тебя один лишний Disable контроль, да, фактически. Ой-ой-ой, это опять оппонент с виспом. Боже, а там же Мастер Эвела, все прилетают сюда. Драка начинается, Котема съедает просто секунду. Оппонент подрубает БКБ. Против, а сквозь БКБ просто мочат. Здесь и бах, один против всех. Ставится палка, палка, убивалка, палка. Боже, какая это под палка такая сумасшедшая. Андайнга развалила. Но вот и бах все-таки вынужден сейчас прятаться. Прятаться, трон там остался на лоу хп, но пока жив. Санлайт пытается не отпустить и бах прожимает барабан и бежать. А на топе что вытворяет же чего? Ну, вообще ничего он такого серьезного не вытворяет. Ну так, подъел немножко милишный барак, который опять же откинется. Короче, проблемы опять в Hellraisers. Снова они просели. Потеряли трех героев размен на одного. Ну вот Тини какой-то неживучий и неубивающий. Конечно, вот сам Вайпер, как по себе персонаж, своим Вайпер-страйком жутко мешает Тинику. Вот Манта-стайл не хватает, чтобы там Вайпер-страйк какой-то на себя условно сбрасывать. Реально может зайти. Вообще, по идеальному раскладу начинается драка, прилетает Viper Strike в тень, он нажимает Manta Style, потом прожимает БКБ и бьет с руки. И там уже только Primal Roar может его остановить. Так фактически будет бегать по драке безнаказанно и пробивать. Но, видимо, артефактов еще пока теньку не хватает, чтобы убивать всех. Не дошел он еще до такой кондиции, когда может разваливать всю команду по ним. А покупайте Ultimate Torp, Nature's Profit будет делать себе дальше кекс. Дофармливать, так много, кстати говоря, осталось. И это все-таки сатаник от Фантом Лансера. Вот он чем решил забить последний слот. Сатаником. Ну, это вариант с выживаемостью, видимо, подумал, что дэмэджа и так хватает. А вот жить, не умирать, это штука полезная. Вообще сложно с этим спорить, конечно. Так, тут Митрим, по-моему, стрелял. Митрим. Некрономиконов вызвал. Вайпер здесь, Вайпер Страйк. Ага, пришел у нас все время в ваках. Санлайт он быстро разваливает. Праймал Рор пытается спасти Санлайт. Санлайт погиб. И на этот раз байбек есть. Релокейт на ход. Туда куда-то. Искать убегающих героев. Венчепл Спирит ушла. Ушел здесь также и Бестмастер. Да, ошибочка. Ну, Тини тут весь урон, который мог, вынес просто. Ладно, хоть на байбек осталось. Вайпер.
Ну, это колды, конечно, много. Хекс покупает себе Фарион. Ну, байбек юзать придется, а вот это уже, конечно, упущение стороны ПД. В их раскладе, когда они камбэкались в игру, им вообще нельзя было допускать ошибок. Смотрите, ушел на топ, шачло сразу, сплетит снизу, тени очень быстро сносит. Барак очень быстро, неприлично быстро. Пока Глиф спасает. Надо как останавливать. Poison Touch, трон здесь, топорики, нет Primal Roar еще 2 секунды. Вайпер пытается Афонина расстрелять, Афонин просто умер. Но в размен на две стороны. Барак на топе тоже упали. Но теперь полноценно две стороны упали у ПД. Одна маленькая ошибка. Одно неловкое телодвижение стороны Митримы и врыв от Пайпера. Все. Сразу потеряны байбеки, потеряны две стороны. И теперь камбэкаться будет намного сложнее. Та-та-та. Ну, графики-то показывают ноль, казалось бы. Рошан пятый появился. Мэн поставил готовый Vengeful Spirit. Анскор героически сейвит свою базу. Один, а нет, Торм еще тоже помогает. Вообще там без них справляется. Вайпер с Чакалом. Бьем. Освобождается слот. Выкидывается Storm of Engines. Так, она топ терением залетает. God damn, шачло. Вот пытаются нарезать. Санлайт пришел. Хекс получил сразу. Санлайту больно. Где же, где ж Митрим? Митрим! Ну и Санлайт так боковой прожал. Но разворот сам справляется. Смотрите, убили у Куриона. Тини в таверне. И бах. Ну, через блинк, через допл пытается уйти. А тут свапы от Джакала. Пытался в соло разобраться с Годдемом. Тут сразу на блинке ушел. Ну, в целом, опять же, неплохо для ПД. Висп здесь остался. Висп. 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 Так, на него фотомлайтер полетел. А дальше что? Джакал снова здесь. Свап в откате. Санлайт. Годдем. Годдем. Боже, тычку, одну тычку от Вайпера поймал, чуть не умер. Чуть не лопнул шарик. И на развороте, пошел, и бах, замедляет Санлайта диффузами, Санлайт проседает, БКБ-то в откате, лоу ХП, лоу МП, Митрим рядом. И иллюзии могут Санлайта не отпустить, нет, все-таки молнии справляются с иллюзиями. Очень не хочет отпускать Санлайта, Вайпер здесь очень сладкий, знаем, что без байбека, и знает об этом прекрасно Ашер, но убить его не смогли. Опасно. Слишком пытаются, конечно, зафорсить выигрыш Hellraisers. Какие-то вот такие не сверхаккуратные действия. Вот, на топ залеты, потери бесконечные. Они только из-за этого как раз-таки игру затянули на 50-ю минуту. По идее, пока у них по-прежнему все хорошо. И бесконечно сейчас пеньки отправляются куда-то мид давить. Там еще немножко понемножку скидает R3. Рано или поздно это строение падет. Но вообще, я не вижу аутов для выигрыша ПД, для камбэка, потому что куда бы ни пошли про Dota, там даже если бы они там выиграют какую-то драку, всегда будет возможность прилететь, байбекнуться каким-то образом и просто поломать третью сторону. Ну и все же, как ни крути, какое количество некрономиконов бы не собрали ПД в размене тронами, по скорости они будут явно уступать с Hellraisers. Все же Тини намного быстрее сносит. Так что аутов практически нет. Ну, я не знаю, что должны сделать Hellraiser, чтобы проиграть эту игру. Ну, единственный вариант, наверное, как-то неудачно подраться, чтобы их развели на байбек, потом еще раз неудачно подраться. Так, ну Джакал напали тем временем. Джакал, БКБ прожал. Манта Стайл пытается драться. И только равнее с Тинником дерется. Годема стан кинул, пытается Годема сломать. Дмитрий там терень довольно серьезно просел. На топе подловили кого это у нас. И Баха пытается съесть. И Бах сам на развороте. Допл юзает. И фиксидает его сломлайт. Так, вы знаете, а проблемы сейчас начнутся у Hellraisers. Огромнейшие проблемы. Надо текать отсюда. Потом мансера потеряли, потеряли Вич Доктор, размен одного Митрима. Вступают. Ну и казалось бы, даже опять драку выиграли про Dota, а дальше-то что делать? Дальше нужно возвращаться на базу и снова дефить, дефить, дефить. Бесконечно, что Виз, Тини, вот они. Вот они, эти ребятишки. Если только вы где-то залипнете, что-то будет падать. О, шачло чем занимается. Вот она, дотка. Вот она дотка. И не победить в эту дотку никак. Анскор падает. ТП на базу, сейвит. Тир 3 падает от того, что энты его сгрызают. И вот так вот заходит Инис забирать бараки. И нет, нет тиммейтов. Нету про доты никого, кто бы мог засейвить и прогнать. Даже если Вестини здесь вдвоем погибнут. Это мега крипы. Можно убить Афонина и сдаться. Ну, пытался Джакал на что-то мид там немножко подбить. Тир 3 снес. Джакала здесь, конечно же, убьют.
Байбек. Байбек на байбеке. Байбеком погоняет. Ну что, достойно, достойно держались про дота, очень даже неплохо оборонялись, были какие-то мини-попытки закамбэчить, реальные были шансы на то, что HellRaiser еще несколько ошибок, допустим, игру проиграет, но... Ну сейчас нужно улынить, сейчас просто собираться вместе, там горит база, ну, не знаю, попытаться как-то понадеяться, что возможно будет размен тронами, и как-то завтыкают HellRaiser, где-то что-то сделают неправильно, и про дота сможет снести. Боже, но это шанс настолько низок! Настолько мал. Но он есть. Это самое главное. Смотри, что делает Шачев. Он уже прилетел на базу. Уже прилетел на базу. Он уже вгрызается в тир 4. Это будет размен. Это будет размен тронами. И бах на топе. Поможет. Тини без панета, не байбеки тратить не хотят. Здесь сразу в тир 4 пошли. Мимо бараки. Так, ну вы знаете, сейчас нужно все-таки отбиваться, по-моему. Или нет, нет, впервые пойдут сюда без тени. Размен тронами, дорогие друзья. Тир 4 съели, бараки. Бараки будут падать, трон будет падать, есть глиф. Здесь глиф юзается, ставится палка. На палку все равно нужно бить трон. Ну, быстрее, быстрее тинь бьет. Ну быстрее, ребят, ну с этим ничего не сделать. Это тинь. Это тинь. Ну что ж. Все равно немножко пощекотали нервишки про дота своему оппоненту. Так, в легкую, да, чтобы не легкая вторая карта какая-то была. Там счет 1-1, третью решающую. А чтобы помучились немножко, немножко понервничали так, выдохлись в моральном и физическом плане. Ну, подраскрутили немного ПД, скажем так, они сделали максимум возможного в этой карте. И это хорошо. Это хорошо, потому что нас с вами, дорогие друзья, ожидает третья решающая карта, которая будет играться, скорее всего, на моде Random Draft, если я не ошибаюсь. Ну, это мы еще уточним после перерыва. Вот, поэтому никуда не убегайте. Драка за прохождение в финал продолжается. Не убегайте, никуда не уходите. Оставайтесь на канале, слушаем музыку. И буквально через 5-10 минут мы с вами обязательно вернемся в прямой эфир и будем смотреть дальше.